Свернешь. Со всеми мешками, с матами просто. На один разок, чтобы наверняка было. Тянемся. И поменяли ручку теперь. И тянемся одной рукой. Так. Теперь ножки вместе, ступни. Как получается сделано? Как получается? Вышки не держимся. И поехали. Ой, хорошо, не валяшку, вот такую. Сначала к промежности больше ноги, пятки пододвинули. Сначала поделаем так, перекатики, да? Да. А теперь амплитуднее. Опа. Поехали, не валяшку. Катаем. Перекатываемся. Не оцентрованная, не валяшка. Перекатываемся. В одну сторону. И в другую сторону. Ничего, Лена. Все хорошо будет. За ступни держите, за носочки. Можно с позиции спины. То есть со стороны спины. Раз. Еще делать там угол застрял. А я пытаюсь. Оп. Оп. Так, а теперь. Вот такую ладошки положили сбоку колен, создали здесь плоскость, да, и здесь. И вот в этом положении поехали неваляшку делать. Раз. Раз. Раз, 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 раз. Поделали? А теперь наши самые любимые всех. Ручки, ножки раскрыли. И поехали. Не велосипед, а восьмерки рисуете. Ногами и руками. В разные стороны. То есть в разные стороны вы наносите удары, подсечки, зацепы руками, ногами. Смотрите, Серж, смотришь, куда делаешь. Голова не лежит на полу. Плечи подняты. Чик. Чик. Сейчас я вам всем помогу. Делаем. Ты должен защищаться от меня. Конечно, накручь. Во. Накручь ногами. Понял, да, принцип какой? Давай во все стороны, конечно. Руками-ногами. Бам. Руками-ногами. Бам. Бум. Чик. Давай, дайчик его. Чик-чик. Чик. Руками-ногами. 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 Давай. Пам-пам-пам. Крутим. Стоп. Ладью. Держим. А можно баржу? Баржу. Поехали, покачивание. На бочок. На боку жгли. Также ручки, ножки подняли. Руки над головой, на бок, Серж, на бок, да, на животик, поехали. На другой бочок.
И опять на спинку. Свечку. Свечку. Фитилек. Так. Теперь ноги за голову, ступни за голову. А коленки на голову. Ступни за голову, коленки на голову. Положили все. А теперь в одну сторону ножки повернули, а голова в другую сторону. Да, смотрит? И в другую сторону ноги повернули, голова в другую сторону. Прокрутили, попробовали. И поехали циркуль. Циркуль. Наше любимейшее упражнение. Большой циркуль. Поехали, поехали. В одну сторону и в другую. Спал, если зайдешь с кого-нибудь. Ты побольше сегодня берите. Подъем. Девчата на растяжку, да, Дарья Сергеевна? Лену возьмешь с собой? Ну, какие упражнения захочется поделать. А мы на бревно. Друзья мои. Задача. Так, Лен, сразу в сторону уходи. Давай тогда к девчатам вот уголок себе бери возле батареи. Сейчас Даша, она в упражнении хорошее знает. Мы на бревно, да? На бревно. Чтобы до 9 время есть. До 9, ну хорошо. Так, расстановку все сделали. Саша, давай команду. Получается. Смотрите. Раз, два, три. 4. Повтори. Раз. Одной рукой ты просто подстраховываешь. Что? Брось. Смотри, я зацепила. Смотрите, внимательно. Ручку сверху положил. Да. Раз, два, три. Чтобы она не ушла, я здесь, да, придерживаюсь. 4. Раз, оп, да. Можешь просто сесть, два, как вот вы сидели, можешь пока сидеть с ноги широко, насколько 4, это возможно. Сколько сможешь, да? Готовься. То есть да. Ты уже сейчас эти упражнения должен садись вот так вот руками имитации. Бедра вытаскиваешь из-под себя. Вот, вот что это, смотрите. Так. Иди сюда. Вот это движение руками. Смотрите внимательно. Можно даже приседать. Смотрите внимательно с ним, с человеком. Беру сначала в сторону. Максимально так, чтобы тебе было удобно сидеть с прямой спиной. Движение руками. То есть, раз спина не прямая, прям руками бедра вытащили. То есть, я оп, эту часть подогнул, эту на себя. Со спины вообще проще намного. Чуть-чуть сдвигай угол делать. Смотри, что происходит со спины. Вот же это также бревно, да? Как бы вытаскиваем. Спинку у нас выпрямляется. То есть, все вот это действие на уровне физиологии. И свес не играет значения. Конечно, когда бревно крутое, расслабляюсь, почувствовать тянутся. Понял, да, в принципе, чего это надо? Сейчас готовься. Мы выиграли. Мы сейчас не будем играть. Потолком отклонить. Так, человек валится. Да, 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 да. По руке запускай, не бросай, по руке. Смотрите, еще раз, по руке запускай. Я обкатываю. С каждым движением кажется, что мы бы еще больше достаем, еще больше растягиваться. Поэтому ну, да. Поделаем, расслабимся. Такое да, ненапряженное. Да, качка идет. Успокойно. У тебя есть бревна костям? Да. Полно бревна. Серьезно? А у тебя в автомобиль залезет двухметровая? Да. Там есть ли возможность привезти? Есть. Ну только не громадно, а чтобы мы справились. Ну, покажи толщины. Чуть-чуть можно потолще. Прям вот. И чуть-чуть потоньше, да, девочек. Поставь, два бревна. Смотри. А если какие-нибудь эти еще коряги? Раз, коряги. Два. Не, ну коряги хорошо, но сейчас опасно. А так с корягами хорошо. Вот смотри, вот это я брал, получается, для своего хвата. У тебя как рука. Так же, да, смотри. Нет. Вот можно чуть-чуть побольше. Я руки просто переключаю, так и вот по боку побольше, да. Чуть-чуть побольше.
У нас у всех оно примерно одинаково. Вот сейчас нам это нормально. Но на будущее, потому что очень быстрый результат идет. То есть вы взяли вот так. Вот такое не надо. Это мы его просто не осилим. Давай, взял на ручку, вошел. Здесь же не 2 метра. Я его отпиливал, чтобы мы не могли машину увезти. А жарко 2 метра. Я просто потому, что 2 метра он будет тяжелее, чем мы. Конечно, конечно. Это где-то обгорело. Стараемся животом лечь. Да? Да, да. Серж, брось, okay. Смотри еще раз. Нет, мне ближе. Смотри еще раз. Лучше положил, как ляльку. Тебе вообще далеко. Вот на этой руке я придерживаю. На этом крае я как бы... Живот уже. Хоп, запустил. Хоп, запустился. А вот там вот тянемся. Все равно тянемся. А ну, положи сверху. Нога тянется в любом случае, потому что ты далеко с потом. Прижимаюсь. Да. Сразу начал прижаться. Оставь. Оставь руку, оставь руку. Да, к полу. Вот этот край, кувыркнул. Кувыркнул. Тебе это тоже недалеко. Кувыркнул край, кувыркнул его, кувыркнул. Хоп, тихо. Сверху. Кувыркнул с перед этой рукой. Чик. Вот, здесь кувыркнул. Хоп, вот, по телу запускай. Пробуй. Раз, вот. Два. Да. Теперь быстренько перебрось каждому, по 10 раз каждый сделали, чтобы правильно. Там быстро. Раз, два. Да. Масленицу скоро, друзья, мы не должны были показать. Так. Молодец. Я сбился. Молодец. Нормально. Костян сам перебрасывает так же. Это вот одна из форм игры. Только нам два надо в паре, да, чтобы долго не простаивали. Забавы. Аккуратненько. Нет, вот что они сейчас с бревном делают? То, что с бревном, сейчас, да. И подольше уже не нужно. К чему готовить будем? Чик. Аккуратненько Сергею перебрасывай. Серж, готовься. Готовься. Серый, руки подготовил. Оп, да. Пошел. Не работало? Работал сегодня? Завтра? Кто ему подскажет, как правильно сделать, чтобы он услышал? Серег, опять. Вот смотри, вот он, в принципе, вот лежит, он держит. Не ладонь, а вот. Он что-то держит. Опа, таким вот тоже. Вот смотри, держать. Ребенка. Гитару. Вот она лежит, а ты сюда надавливаешь. Ребенка так не держит. Не, ну хотя, если ребенок должен быть. Ну лет 10. Вот. Вот, давай. Давай, пошел. Раз. Мягче. Ты напряжен, мягче. Ножки расставь. О, молодец. Мягче. Потолок аккуратно здесь неси. Так. Нормально. Перебрасывай меня тихонечко. Оп, смотрите, как перебросы. Ясно, да? К себе. Пошел. Оп. Амплитудно надо делать. Амплитудно делайте. Амплитудно это значит... По дуге. Можно бросать вот так. Оп! Там раз, пару раз подбросил, ну как, перебросил. Раз, два, три. Раз, два. Красавец. Амплитудно, парни, не бросайте вот так, амплитудно. Да. Сейчас объясню, для чего вот этот подкрут нужен. Смотрите. Локотки идут. Смотрите, для чего. Локти скручиваются. Вот это действие, наши локти. Бум! Бум! То есть вот вы восьмерку вырисовываете. Вот она, восьмерочка идет. Ты поднимаешь его. Да. И сразу назад, да. Денису, Денис, Костя мне. Да. Бросайте так же. Ему перебрасываешь так же, да. Оп, вот, давайте нормально. Чик. У меня судороги вообще невыносимые на ногах. Даже когда я делаю велосипед. Теперь смотрите. Зажимает что-то нервно. Рукой одной зажали. Межреберная тоже. Ясно? Я вот этой рукой держу. Нет, вот.
получается обрисовано. Только здесь я чуть-чуть задаю амплитуду. Чуть-чуть задаю амплитуду. Так. Сюда чуть-чуть здесь сипать. Но она хоть немножко. Ручкой зацепил, да. И да. Вот я взял, вот оно стоит. Да, да, и пошел, да. И пошел вверх. Вот, да. И лицо, голову убирай. А ручкой снизу, слизу амплитуду задавай. Вот, да, задал амплитуду. Во-во-во-во-во. Вот так. 5-8 раз сделал, 10 перебросил к другому. Погоди, потом на левую. Сначала чистить попробуй. Чик, есть контакт, все сразу готовы. Вот сразу делай, да? А ты пробуй это действие, визуализацию, да, включи. Да, представление. Ты удерживаешь и получается его накручиваешь, да. Что это такое? Это забарывание. Ты зацепил человека. Ты зацепил человека, вот. Он так прямо. Вот, его раз, не получилось сюда, допустим, да, что делать? То есть я его повел сюда, не получилось сюда. Так. Все правильно делаешь. Понял, да, принцип? Нет. Чуть, стой. Чуть пониже. Чуть пониже. Вот. Вот сейчас тянешь эту сторону. Освободил бедро здесь. Голову убрал. Ба, ручкой, ручкой, ручкой здесь ее поджал. Теперь эту сторону. Во! Чик, пошел. Чик, пошел. Вот, давай, давай, давай. А ручки здесь вы просто закручиваете. Да. А думаешь, я так понимаю? Отбалансирую, на центре оно получается. А, ну так, да. Так, вот, хорошо. Вот. Хорошо, вот. Хорошо. Да, на одну коленку. Теперь давай сяжу. Вот так. Да. Тебя так оп, взял, ты прям его взял. Да. Упор тебя. Пошел. Ага. Нет, у меня нет. Сзади нога. Нет. Вырисовываешь перед собой. Сюда. Вот, встань, скажи. От себя. Держи крепко, к себе прижми. Сюда. От себя. А этой рукой подстраховываешь его. Раз. Никуда мы не едем, мне кажется, пока мы просто растягиваем. Она сама едет. А так сделала, чтобы я не ехала. Аккуратно. Нет, еще раз возьми. Еще раз возьми по центру. Смотри. А? Руку расслабь, руку расслабь. Идешь сюда, крепко здесь прижал, крепко прижал. Идешь сюда, но тянешь обратно. Раз, вот чтобы край не задел, ты его сверху толкнул. Толкнул, оп, нет, не прокрутил. А получается, смотрите. Получается, вы... Вот так вот попробуй Бориса еще бревном. Да, я левый попробовал. А у деда куча всего. Тоже сказал про сучки. Даже с сучками были. То есть там настолько опыт, да, вот они торчат. Парни, бах, зацепил и пошел он накручивать. А эти, вот эти еловые эти, как ножики. И он прям бам-бам-бам, чик-чик-чик. А как эти китайцы борются? Ну, типа того, да. Не, я к тому, что может быть и такие бронзы привезти. А сейчас опасно. Еще и с сучками. Ну, с сучками на улице будем работать. Опасно для места и для нас. Так, ну если есть без сучков, если есть сучки, мы их отрежем, отрубим. Нет, нет, сучки есть хороший бронз. Есть сучка. Сейчас мы уже на следующий перейдем быстренько, чтобы каждый сделал. По пятачку Денису перебрасываешь. Оп, сразу же, да. Ну, что-то как-то по себе. А вопрос с бревном сразу отпал, зачем оно нужно? Потому что как в один раз. Это дается один раз. Давай, 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 давай. Этим надо шансом как бы пользоваться. И все, знаешь, самое интересное, вот все, ну опять я беру казаков, оно кто-то поспорит, там, что это казаки там придумали, или что-то придумал. Славяне. Да? Просто казаки это применяли всегда. Ну, берем славяне как традицию, как воинскую традицию. Вот все, что есть под рукой, все, шишки. Бам, беру шишки, ломают их, там что-нибудь разбирают, бросают. Есть камень, да? Пошел камнем набивать, набивочка, там ломать. Все, вот все, что под рукой приходит, берешь от дерева. А железо, как дед говорил, железо это кому? Ну, кузнецам поработали, да, железо. Нам железо нельзя, на все забирать.
Поэтому многие, например, железный надо кузнецу. Кто, вот кто культуризмом занимается, да, есть 150 рублей. Совсем окружающий. А вот там метровый. У меня 250. Нет, мягкий, нет, мягкий, так, в смысле 150 и поменьше, как он сказал. Там у нас, короче, была трактор. Молодец. Мягенько, Серж, мягенько, мягенько, мягенько. Так, бросай аккуратненько, тихо. Еще ткань, что хорошо, если по таблету сечет, хотя бы не так чувствуется, да? Потому что больно. Так, чуть сюда в сторону сместился. Теперь смотри. На кормовало может быть. Теперь. На кормовало может быть. Поступки какие-то камеры. Раз. Они все, что возвращается. Два. Кому-то не нужно. Смотрите, да, сколько делается. Чих. Полоборота делаем. Полоборота делаем. Вот тоже действие, которое мы сделали. Чик. В одну сторону и в другую сторону. Раз, перехватили здесь. Раз, перехватили здесь. Оп! Я под контролем себя держу. Ничего, Сереж, если мне, то не бойся. Все хорошо. У меня уже Аккуратно, мне уже привыкаю. Я уже привыкаю, если что. Вот так берешь. Вот так хорошо, как было в детстве. Можно было бы, кто говорит, что, пока чего туда поставим, да? Дать лопаткой по голове. Ты присыпай песком, а теперь, говорит, на взрослом уже ты стоишь. Вот, нормально, да? Давай, да. Чем больше это делать, во-первых, у него рост. Рост и массуха, да, позволяет? Тазом, мне кажется, надо. Тазом по-любому. Это все. Просто если бы, когда в свое время карате занимался, если бы давали вот эти упражнения. Таз там хорошо что? Разработали, блин. Там акцент был классный, конечно, но вот эту систему. Поэтому как раз упражнение поделать, потому что так сидишь, вот пока. Что-то как-то тяжеловато, да? Нет, непонятно просто пока. Привык. Села. Просто. У нас ткани сейчас много, мы каждую ткань сделаем. Давай, Серж. Носочки расслабь. Так, а потом ты, Денис, да? Вот да, в том-то и дело, что когда расслабляешься. По идее, каждому надо, чтобы ребрышко было такое. То есть обалденно. Ну, потому каждому. Да, я могу много. Ну, что в машину бревно надо. Сколько подружка тоже, сколько машины. Не могла съесть на шпагат. У нас все, а так, я ее сжала. Ну, да. Ой, ты купил воду, что ли? Мне даже ночью просыпалась. Раскачали. Ночью просыпалась. Я же говорю, ты воды сегодня все должны попить. Я стою, пока не попью. Ты знаешь почему? Потому что я купил этот полтинник, который я нашел. Ну молочек. Ну кипяти-то ее, давай скипятим, чай сделаем. Нет, конечно. Если ты привезешь 4 бревна, которые будут чуть-чуть между собой отличаться по от это сколько? 1.5 метра весом? Ой, ростом. Да. От 1.5 метров до 2 привезешь 4 разных. Например, 2 по 2 и 2 по 1.5. Я хочу, знаешь, что сделать? Я Денис сегодня сказал. 2-метровое бревно, чтобы транспортировать его. На 2 части пилим. В одной части вкручиваем резьбу, а в другой части штуку, которую будем накручивать. Бак-бак скрутили, у нас 2 получилось. А если из 3-метрового, его прям напилить на 3 части по метру. А 3 тоже так же? Ты что, на показухе прикинь на этом 3-метровым бревном накручивать там. Ну, прутся люди. Дайте, я так кручу, но надо собираться. А я еще один элемент перед ним показал. Как Мишка, помните, да, с бревном работают? Ну, который гамми. Ну, гамми, да. Давай еще один покажу сейчас. Сейчас еще один. Можно, да, можно целый-то оборот делать, потому что можно потом выводить за спину его сверху стороны. Да. Смотрите. Сейчас интересная вещь такая. Раз. Подняли на руке. 2. Подняли на руке. Оп. Оп!
есть вы его поверху запускаете. И потом оно начинает... Пока схватывай, схватывай, сейчас там уж крутит. Да я уж сам что-то запутался. Не получится. Почему не получится? Не так и говори. Ладно, вообще, что? Давай, Серж, ты одевайся? Ну да. Так, давай, Серж. Все, не хватит. Что, мы же попадаем бревнышки? Что, расскажем? Давай, давай, давай. Прям ручку его раз перехватил об руку, да. Чем немножечко просто, чуть-чуть его. Конечно, не в тот раз это. Давай, давай, давай. Держись, 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 нормально. Практически, да. Практически. Ты понял, да, Дмитрий? Ты его запустил? Надо попробовать вообще, да. От зеркала сразу отходить вот сюда, да. А, я думаю, здесь вот кроме тебя еще разговариваешь. Так, давай, давай, давай. Вот накручиваем, продолжай дальше, да. Раз, во, молодец, закрутил, нормально, нормально. Че, закрутил, 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 да. Если ему дать амплитуду скорость, оно само. Да. Оно само. Вот здесь просто страшно. Так, аккуратнее потолок, так, так. Так, с нами попробуешь? Да, конечно. Растяжку поделал? Давай, Денис, аккуратно, Леня, передавай. На место Дениса. На улице этому. Базовый. Чтобы вообще не было никого в стороне. Базовый элемент ты не показал, напомню. Базовый элемент возьми, чтобы она взяла его. Так. Лен, сейчас вернись, покажешь базовый элемент, который тебе надо сделать. Сюда. Куда? Так, сюда. Чуть-чуть. Это. Центр. Это сюда, да? И вот это вот рукой толкаем. Вот так вот. Здесь поймала. Да, бац. Это все, вот, все. На подмышку. На под... Ой, вот на... Сюда, да, да, всегда держать вот здесь вот. Зажал. Вот так, да? Только посередке держи больше. Ближе к середине, да, чтобы она у тебя была рука, да. И также опять переталкиваешь. Поймала, да. Поймала сюда, вот здесь опять ближе к середине. Да, первый перчаток, то буду сбивать. Переставляешь руку ту, которую будешь отталкивать. Ага, вот так вот. А это прям вот она ездит, прям бревно. Перехватила, да. Так. Да. Так, тебе. Тебе с Денисом по колено крутят на ладушке. Денис. Так. Серегу на ладушке. Похоже на первый. Похоже, я кручу. Так, смотри, смотри. Нет, не похоже. Делаешь просто. Раз. Самое первое, что было. Прямую. Я не помню. Перед ладушкой. Раз. Левый левый ударю, правый правый. Раз. На вытянутую руку, да, по-моему? Да. Раз. Два. 50 раз. Ага. Вместе. И последнюю руками. Левую вместе. Раз. Не хватит, здесь поймала. Другую. Здесь поймала. Давай, да. Три. Я второй раз. Второй раз сделаю. Обтело обкатывай, обтело обкатывай. Да. Выше поднимай, выше. Да, 50 раз. Два, три, четыре, раз, раз, три, четыре, ты точно не попьешь? Три, четыре, раз, раз, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, это монетку нашел. Раз, два, три, четыре, осторожно, сзади, да. Никто монетку не стрелял? Два, три, четыре, раз, орел или решка? Орел. Молодец. Достань, пожалуйста, банк. Банк. Медь есть? И что, так же на коленке, да, Серег? Да, на пол, на коленке. Я останавливаю. На бок, на живот. Чайку, успеешь? Да, ну, нет, завтра приедешь?
Завтра не знаю. Завтра еще ожидается. Да, в Саратов приехать. Сами на крещи попадешь. 6 на 7 в ночь? Да. 6 на 7. Мы будем в охране. Мы поворачиваемся на следующий бок. Элиты. Выше. Куликов придет. А? Куликов будет. Там дети ваши, да? Ладно, все, давай. Пока, всем. Счастливо, гостя. Пока. Пока-ка. Ос. Всем здравия. Тогда завтра, да? Угу. Хорошо, договор. Все взял, Коль, документы включили. А ты сегодня поедешь в поместье? Блин, а может завтра получится? Да. Ну, ты а потом как дашь? В блокноте написал, да? Как потом? Красота. Потом боковые. Вот все, благодарим Костя всем. Еще раз. И двумя ручками. И всем здоровья. Боковые. Все, удары. Все, да. Все, да, добро. Все, папа, папа, знаешь, что, руку бить не могу, у меня такие руки, у меня разные. Я завтра буду вся синяка, как будто меня избили. Хорошо, хорошо. Изначально скажешь, ты чувствуешь? Теперь смотри, вот так делаешь. Раз, 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 раз. Оп, оп, оп. Ага, все. То есть, подбавлю, кто будет чай? Друзья, кто будет чай? Я ее не пила. Раз. Я, наверное, буду, да. Сергей. Давай. Будет Лена. Сейчас, да? Дарья Сергеевна. Ну, конечно, вы что же. Делаем, делаем, ну. Делаем, друзья, делаем. Руки горят. Горят? Да. Дядя Денис жалеет, как они у тебя могут гореть. Ты скажи, как они могут гореть? Нет, ты правильно держишь, я понять так не могу.
Дарья Сергеевна, тебе сам. Звонят. Звонят? Звонят. Отпусти мне ножку, пожалуйста. Вот это да. Да-да. Алло. Привет. А это кто? А, я тебя узнала, слушай. Нет, я не дома.